Так, девочки, всем привет! Мы сегодня с вами снимаем рыбу. Посмотрите на эту красивую тарелку. Знаете, девочки, бывают дни, когда снимать объективно сложно. Вот сегодня мне было сложно, на самом деле, собраться, все это сделать. Это у нас скумбрия, селедка, горбуша, икра. Сегодня было сложно собраться и снять. Видите, я даже без макияжа, я просто села, в чем была, потому что я решила сама, девчонки, приготовить картофельное пюре. Скажу вам так, что в следующий раз сама я готовить точно не буду, потому что это, правда, занимает много времени. Давайте попробуем, я супер голодная. У нас сегодня должен был быть китайский мукбанг, но, к сожалению, не привезли доставку. Смотрите, я вот люблю вот так делать очень. Всем приятного аппетита. Рядом тут со мной Ариша, Чарли. Девчонки, им сейчас все покажу. Это икра. Знаете, тот момент, я помню, когда в детстве покупали селедку, попадалась икра, ее все съедала я. Эх, детство. Вкусно. Сегодня, правда, у нас особо ничего интересного. Просто встретились за вкусным мукбангом. Просили девочки, писали про селедку, про скумбрию. Девочки, всех слышу. Если вдруг кто хочет что-то на мукбанг, пишите. Вот такая без макияжа, растрепанная. Но решила к вам выйти, потому что... Ну как? Не успела сегодня накраситься. Я думаю, это не важно. Все мы с вами бываем без макияжа. Ничего страшного. Так, давайте пробовать горбушу. У нас близится мукбанг с Яной. Следующую съемку уже буду делать с ней. Наверное. Интересно, как получится. Посмотрим. У меня Тарина занимается яблоком. Ниблер, девочки, вот такая штучка, очень удобная. В нее ты кладешь яблочко, и ребенок, ну, как бы, кушает. И занимается, и дает нам снять мукбанг. Ой, боюсь, честно, есть эту скумбрию. Посмотрите, это прям целая рыбина вот такая вот. Видите? Давайте селедочку. Знаете, селедочка с картошечкой. Это только, ну, где-нибудь в Азии это невозможно представить. Видела, девушка снимала мукбанг, азиатка. Типа русский мукбанг, селедка с картошкой. Скумбрия у нее была. Выглядит забавно, потому что они едят ее своеобразно. Так, ну что, берем самый жирный кусок. Посмотрите. Красивая очень скумбрия. Кто бы ее еще почистил? Про мошенников, девочки, еще вспомнила, что, прикиньте, знаете, что я вспомнила? Очень вкусная скумбрия. Как я еще раз попалась на мошенников давно. Сейчас расскажу этот прикол. Просто была недавно у подружки, а у нее окна выходят прямо на метро. Это метро Динамо, на котором это все и произошло. Вот вкусно. Вы знаете, скумбрия это не копченая, чалюди, господи. Это не копченая, это соленая. И она просто обалденная. Такая свежак прям. И вкусно. Короче, произошло это все на метро Динамо. Я шла с работы. И
В тот период жизни я очень себе хотела новый iPhone. И стоит у метро мужик. Девочки, это было лет, наверное, 6 назад. Может, больше 7. Стоит у метро мужик и типа продает iPhone. Посмотрите на это. Я с ним заговорила. Опять я заговорила с мошенником. Типа, о, за сколько продаете? Он говорит, то ли за 5000, короче, новый прям айфон. Говорит, срочно нужны деньги, продаю. Я такая еще, ну, там что-то стояла, с ним разговаривала. И думаю, ну, надо купить. Надо купить. Угу. Айфон, чтобы вы понимали, был в коробке. Он его прям в коробке продавал. Я уже... и жили, что вот, ну, вот он айфон, вот сам мужик. Он говорит, давай переводи деньги. Я стояла минут 30. Все думала, брать, не брать. Ну, я посмотрела его. Хороший новый айфон. Брать, не брать, брать, не брать. По итогу перевела ему деньги. 5000. И он прям при мне... закрывает коробку и отдает мне в руки телефон. И быстро говорю, все, пока я пошел. Я стою с коробкой, с телефоном, открываю коробку, а там муляж. Представьте, там лежит муляж телефона. Я уже забыла про этот случай. Просто вспомнила, что, ну, вот оказалось прямо напротив этого метро. Я снимала про мошенников недавно. Слушайте, скумбрия огонь. Сейчас арендам еще. Вы прикиньте, какая я лохушка. Мне, кстати, девочки многие истории написали. В основном все пишут, что понимали, что идут на уловку мошенника и, ну, как бы повелись. Все равно. Некоторые там даже такие истории не дописали, что вот мы там стояли в 8 утра у банка. Типа долго писать. Ну, прикиньте. Ну, такое было в жизни. Девочки, это белый лук очень вкусный, вообще не горький. Поэтому, девчонки, не верим мошенникам. И никому вообще не верим. Я тут смотрю сериал «Доброе утро», по Apple TV. Я помню, что когда этот сериал выходил, и Apple TV только, ну, как бы, Apple TV стартовал, по-моему, с этим сериалом, что вот, смотрите, на нашей платформе. А в сериале играет... Какой я, блин, забыла, господи. Вылетает из головы. В общем, в сериале играют две моих любимые актрисы. Ну, как любимых, очень популярная актриса. Я вообще люблю разных актрис. Заходите в мой телеграм-канал. Я вам их покажу. Просто я не помню имена, в этом проблема. С именами проблема. Очень здорово. Там еще играет Майкл Скотт из «Офиса». Я тоже не знаю его настоящее имя. Дженнифер Энистон и... Блин, что-то еще не помню. Не Брю Бэрримор, блин. В эти моменты я чувствую себя максимально тупой. Короче, девочки, я вам в Телеграме покажу своих любимых актеров, актрис. Так, ну, в общем, смотрю сериал. Очень здоровский. И там, знаете, идет тема про... Майкл Скотт, типа, переспал с коллегой, его из-за этого увольняют с работы. И вот вся эта тема раскручивается про мету. Что вот... типа, женщины жалуются на мужиков, а на самом деле они уже взрослые женщины, это не девочки. Типа, сами ведутся, потом за обиды жалуются. Вот он меня там соблазнил.
По факту, девчонки, не знаю, у нас такой проблемы нет в стране. У нас как бы движение МИТУ такое очень слабое. И вообще такие движения у нас слабые. Но в фильме я не знаю, знаете, кому сочувствовать. Там эта женщина какая-то непонятная. Ну, то есть, ну, действительно, взрослый человек. Ну, решила, да, там, роман устроить на рабочем месте. Я не понимаю, почему. Ну, как бы, с одной стороны, я понимаю, что женщин нужно защищать. А с другой стороны, это взрослые люди. И почему, как бы, ну, блин, непонятно. Непонятно. Там тоже вот все спорно. И как раз таки в сериале показывается, что ну, вся вот эта неоднозначность этих веяний, что типа они же взрослые люди. И, допустим, там главный героиня говорит в эфире, что я сделала аборт. И типа я сделала аборт в 15. И ее кто-то начинает хейтить, а кто-то за нее. В общем, это знаете, как у тебя нет идеального мнения, и всегда будет что-то, что кому-то будет не нравиться, даже если ты будешь прям милая, прекрасная, классная, все равно кто-то в этом что-то да и найдет неприятное для себя. Там, в общем, тут разделение на два лагеря. Вроде бы и Майкла Скотта жалко, а вроде бы эта женщина, да, он ее соблазнил, что вот он такой, типа, крутая шишка, она обычная там стажерка. Как вы относитесь к этому? Я все понимаю, что нужно ну, как бы сейчас время наказывать всех, а потом и наказывать никого не придется, что все будут понимать. Просто сейчас такой период, но не знаю, для меня немножко это странно. Ну, потому что и с нашими реалиями не вяжется. Девушки, я наелась. Быстрый мукбанг. Очень быстрый мукбанг. Ну, правда, не делать. Я вообще не очень хотела, в принципе. Я очень хотела попробовать сегодня китайскую еду, но у меня не получилось, отменили доставку. И сделала, решила такой мукбанг с рыбой, потому что писали девочки про рыбу. Ой, ну что-то я все, девочки, все. Я много съела рыбы. Наелась. Скумбрия обалденная. Ну что? Все. Спасибо вам большое за просмотр. Сериал вам от души советую, классный. Прям здоровский. Еще вышел фильм. Вчера хотели его посмотреть, не посмотрели. Как он называется? Такой у него. Блин, как же он называется? Девочки, ничего не помню. Опять, девочки, получилось коротенькое видео. Ну, в принципе, слушайте, хорошо. Арина не плакала, поболтали чуть-чуть. И хватит. Все, увидимся скоро в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал. Все контакты мои в описании. Все.